Муза. Мюзик Уз. Ну такое. Вот так нечаянно мы попадаем в историю. Да, Юра? Я не люблю спину. Да многие не любят. Но так бывает. Так бывает. И вот это все у меня помещается в двух моих сумках. Завтра в дорогу. Опять ремонт заканчиваю. Ну что, ничего, тут самое необходимое. У меня больше того аптечки. Вон в майске чай, сахар ложки, очки, у меня 4 пары, то есть 4 пары, тоже сказал, пара у меня очков, часов, что это со мной с утра сегодня, часы, да, у меня, помимо телефона. Вот это давно хотел показать вам, друзья. Панадол детский. Панадол детский. Париж. Заживляет раны, царапины. Помимо того, что по прямому назначению используется. Вот в эту крышечку наливаю. Жидкий панадол, да. Для детей делается. Тут уже не намешаешь что-то что-нибудь. Франция, Париж. И заболели. Раз. С крышечкой выпили, раз, другой, и все, вы уже живой.
Ну, помимо того, что я сказал, царапины, все круче, моментально заживляет. Ну, это моя... Это Германия. То же самое. Но это больше того, от мошки, от комаров пользуюсь одеколоном. Это после бритья. Кука, о которой много-много говорю. Читинский источник в районе Читы. Вообще незаменимая вещь для здоровья. Термос. Семечки. Ну, люблю я семечки-то. Палочки. Никуда без них платные. Везде. Парацетамол редко. Влажные салфетки. Постоянно. Ну, это моя сумка. Мой тревожный чемоданчик. Нет, не ядерный, тревожный. Хорошо. Вы были в моем домике, пристанище. Поселок. Это домик Александровича Жигунюка, Петра Александровича Жигунюка. Память о нем. В 15-м году его не стало. Но самолеты тут не менее летают. Над нами линия. Правильно сказал? Пролет самолетов. Слышно Ан-24. Но явно с Благовещенска летит. Других самолетов в наше время не слышно. Ну так, реактивный. Его слышно. Тем более нашу турбину, старую русскую турбину, его слышно издалека. А потом, когда современные уже начали ставить движки на самолеты, там рядом будешь стоять, не услышишь. Все, там же как он? А, турбовентиляторный, да, его не слышно. Ну как не слышно? Ну не так, как простой реактивный. Показываю, потому что многие просят. Многие просят показать этот поселок, друзья, природу, что я и делаю. Постоянно находясь везде, я показываю. Ну, это склад приборов, запчастей к ним. Вот эти монстры, динозавры, это уже история, Вашгер. Промывочные приборы, часть монитора, так называемая пушка. Все великие люди старались побыть за штурвалом этого монитора. Это вообще, у меня он показан на канале, не раз вы его видели. Это легенда, это символ старания старателей. Вот этот, то, что вы видите, остатки прибора. Вот еще история стоит. Я не люблю, когда называют металлоломом. Ну, где-то стоянка должна быть вечная. 355-е Камацу, они уже отработали свое. Ну, ждут своей участи. Кстати, мы их собирали вот на этой машине, на моей. На моей. На машине, которая работает многие годы, с 90-х. Где-то телегу, где-то ходовку, где-то раму соберем. 90-е лихие, многие уже не работали организации. Мы это все приобретали, собирали в Кислом на базе. Один в Абельдоре за зиму выходил, в сезон уходил. Вот так, и вот они работали буквально год-два назад, они еще работали. Ну, видите, в чем дело. Уходят люди, уходят специалисты на пенсию, кого уже не стало. Молодежь не заставишь работать на этой технике, даже на японской, которая старого образца. Они простые, ну, я дальше не буду, вы сами все понимаете, о чем речь. Нету специалистов. Сразу показываю, чем я занимаюсь, что я делаю.
А я реактивные штанги, по ним работаю, по тормозам, резину новую ставлю, уже перебрал резину, перебортировал. То есть даже откручена гайка у вас, штанга реактивная, конусная посадка очень плотная, чуть водичка, ржавчина, все оттуда трудно очень ее выпалить, понимаете? Вот эту натяжку делаю своей лугановской струбциной крепежкой. Пришлось захватиться за трубу. Мелкую поставил трубу, она сгибается. Представляете, какое усилие. И пришлось вот эту трубу загнать туда, струбцину, опору сделать, а мосты. Сила у нее необычайная, сильнейшая. Иногда, когда увлекались, затяжка экскаватора, допустим, на трале, на урагане, на платформе 3.9.0, да, она же плоская там поверхность. И иногда ребята увлекались, экипажи, я им помогал. И они даже двигали экскаватор, когда перекрутят одну сторону. Представляете, какое усилие у этой резьбы. Ну, а штангу тем более, она оттуда выдергивает только так, на раз-два. Но сейчас это все, пока настроил, раз-два не получается, потому что надо нагревать. Очень плотная посадка, труба даже сгибается. Я не знаю, это до чего же. Но вот я, честно говоря, я эти штанги не трогал 2 года. Представляете? Уже плотная посадка конусная. Вот там нагреет сварщик, он резак уже здесь на месте. Я пока попросил не трогать ничего, пока, чтобы вам показать это все. Что еще новенького у меня, друзья? Да, штанги. Пальцы. Есть у меня сухари, есть пружины, но почему-то я так понял, как все делают, так я попросил приобрести мне вот это. Вот как назвать это? Давайте назовем это сайлинг блок, да? Может быть, по-другому называется. Ну, вот он, красавец. Буду ставить их. Они как раз подходят туда. Так, что еще? Ну, это у меня все, как всегда, все в работе сейчас будет. Что еще? Ну, как бы сказать, добавить даже нечего. Все, я уже показываю не первый раз. Что еще добавить? Кабину показать, богатство свое. Давайте. Кабина Краза, обзор был, вы уже тут были, в 19 году, по-моему, или 20-м, по-моему, в 19-м, но та же кука, те же очки, я говорю, очки надо, потому что 8 месяцев в сезон, мало ли что случится, у вас очки должны быть, ребята, с собой, так же, как аптечка, все надо с собой, так же, инструмент мелкий, это все, оно не трудно приобрести, перед дальней дорогой, перед сезоном. Я это все всегда обновляю. Но у меня тут что? Ну, расходник. Это все годами копится. Выбросить, правильно, выбросить жалко. Ну, что сделаешь? Ну, место есть, я храню. Часто пользуюсь. Ну, тут у меня сортировка. Я так сортирую по мелочи, по крупной мелочи. Вот там мелкие со всей фракции в углу. Вот это показываю резину сырую для вулканизации камер. Я не выбрасываю тоже. Вулканизатор у меня есть. В любой момент она меня выручит. Так я храню уже много-много лет. Ничего и не делается. Она упакована в целлофан. Замок тоже. Ну как выбросить его? Оно и как память. Ну как это? Кстати, что должен сказать? Стеклоподъемник на той стороне я поставил. Вот он, стеклоподъемник. Я его показывал в кабине Краза. А там еще заводская ручка, шлицы еще сохранялись на той стороне. Подходит с 537 нашего МАЗа. Нынче по весне делал. Снял. Ну, ураган наш стоит на вечной стоянке. И подходит один в один стеклоподъемник.
Ну, тогда, в те времена, как-то старались, чтобы была взаимозаменяемость, не то, что в наше время. Крыльчатка водяной помпы 238 дизеля. С ремкомплекта осталось, не выбрасываю. Зачем вожу, не знаю. Выбросить жалко. Потому что ничего я никогда не делаю с этой крыльчатки. Матрица, манжеты, правильно вы догадались, 537 маза колесного тормозного цилиндра, которых у нас им два. Она подходит, кстати, главный тормозной. Это в наши дни хорошая вещь. Уж до чего я консервативе, на это принял сразу. Топливный фильтр 238-го. Подшипники, никуда без них, никуда. Ну и тут всякая-всякая мелочь. А это что у нас тут запряталось? Об этом я говорил недавно в одном из роликов, в одном из видео. Кайлушка китайская, 18 век, которую мне подарили. Знаю, что обязательно это покажу всем геологи наши. 2 года назад. Тоже не выбрасываю, вожу. Как такое можно выбросить? 18 век. Вот вам показал. Ну, ремней. Может быть, их много, но пусть висят. Вот такое мое богатство. Ну, пойдемте куда-нибудь дальше. А куда дальше? Вон красота какая рядом. Небо. Дожди нет-нет, да идут. Где-то пожары, засуха. У нас все лето дождливое. Все лето дождливое. Березонька уже желтеет. Сегодня... А какое сегодня число? Опять не посмотрел. Конец августа уже. 25-е. Нет, 26-е, по-моему. Но всегда мне так. Для нас как-то числа... Мы же без выходных. День прошел. Ближе к дому. Вот она, тайга, совсем рядом. Если туда подняться наверх, там каменные речки, так называемые. И красиво-красиво. Я как-нибудь схожу, покажу вам это все. Это была могучая, большая могучая, друзья. Очень много людей здесь работало. 2007 года участок. Работали с России, из-за рубежа. Смотрите, друзья, вспоминайте. Я знаю, вы пишете, просите. Я это стараюсь делать по возможности. Всего доброго. Всем мира, добра. До свидания. До встречи.